Всем здорово, ребзя! Меня зовут Душный, это канал Steel Production. Здесь мы с вами смотрим всякую музыкальную историю, всякие клипы. Короче, я ее оцениваю почему-то, в плане историю. Не в плане того, что русского не знаю, и склонения путаю, а в плане историю, think about this. Что я хочу сказать, ребятки? Подписывайтесь на этот канал, потому что здесь может, когда-то что-то будет интересное. Даже по теории вероятности, если прикинуть, то, скорее всего, когда-то тут что-то будет интересное. Даже случайно просто запишу. Либо забуду выключить камеру, и что-то запишется интересное. Да. И одна ссылочка, единственная ссылочка, которая будет в описании и в закрепленном комментарии, которая может тебе пригодиться, если ты захочешь заказать у меня реакцию. Да-да, ты не ослышался, ты можешь заказать все, что по кайфу у меня. Я могу это посмотреть, послушать, оценить, сказать свое мнение. И, возможно, оно совпадет с твоим, а может и нет. Не знаю, как ты вообще думаешь, напиши в комментариях обязательно на этот счет, как будто я его прочитаю. Сегодня мы будем слушать, и смотреть клипчик. Называется «Нефор». Там толпа целая, «Молодой Платон», «Сударь», «Гуакамоли», «Равшан», походу. И что это такое? Я хер знаю. «Нефор», «Бебра 3» опять у нас. Ладно. Ладно, давайте послушаем, посмотрим. С Новым годом! Спасибо, тебя тоже с Новым годом. Клетка, серп. Это был серп. Это сраный серп. С Новым годом! Нефры. С Новым годом, нефры. Мы собрались здесь специально для вас, чтобы поздравить вас всех. Я сейчас выделяюсь из толпы. Меня хотят отпиздить пацаны. Крашу в черный цвет свои волосы. Словно вайбер. И мы не фары, как и не. Не фар, я не фар. Не фар, я не фар. Они знают, что я шаский не формат. Убиваю луками, я на повал. Если тёночку вижу, то сразу. Ахигау, хинта, я без них не могу. Нормально, сударь наваливает. Нос пробили, мы были с бро, его побили. Рэп читаю в первый раз. Я свечуща из-за страз. Пахну эту неформалку. Выглядит как кукла, брат. Не, кайфово. Гвакамоли, конечно, странненько звучит. Сударь очень хорошо звучал. Сколько я пидоров пиздил, нога. Сколько забрал у них шмоток, нога. Сколько они у них стоят, нога. Я вижу, нефа стоит на улице. Через секунду нога. Упал. Бабские шмотки тебе не помогут. Ты транс, а я жесткий мужик. Мужчина. Нефар. Нефар. Я нефар. Жесткий нефар. Стойте, я хочу сказать одну важную мысль. Неважно, кто ты, нефор или не нефор, плевать. Главное, не быть шпаном. Это был молодой Платон, сударь, Гвакамоли и Равшан. Happy New Year. Йоу, Равшан! Ты теперь нефор? Ты теперь с нами, чувак? Да, мужик. А кругом враги? Отсылка. А? Супер! Я блин, ты что, не отбил его? Кстати, отсылочка на «Я тупой», у меня, кстати, тоже в голове возникла какая-то мысль.
Это сделали они, видимо, тоже в виде батла, да? Типа та Бебра 3, которая в предыдущем выпуске у меня была, где бустер с Бастой и так далее, с Ликсом. И вот это, типа, кто лучше? Откровенно, вот здесь лучше Нефар. Звучит интереснее, круче. Вот. Василий Михайлович, простите меня, конечно. Вот. Там даже вы не спасли тот трек. Вот. Все помните Бебру 2, да? И Минимум Муму. Ну, вы поняли, о чем я. Вот. Там конкретно было круче и интереснее Минимум Муму. То есть, если это брать как батл, то получается 2-0. Ну, типа, кто бы ни стоял против бустера, почему-то он делает круче. Слава. По-моему, надо что-то менять. Ты вроде как бы, типа, первый залез в музыку, да? Но, тем не менее, люди, которые в музыке никогда не были, тот же Гвакамоле, да, Сударь, Равшан, они делают круче тебя. Это мое мнение. Ставлю я, значит, девяточку этому треку. Припев бомба. Не фарп. Я не фарп. Если один раз услышал это дерьмо, запомнил на всю жизнь, как говорится. Да, девяточка. 9 сутулых песиков из 10. Вот такое мое мнение. Если ты такого же мнения, напиши об этом в комментариях. Если нет, то тоже пошли меня нахер в комментариях. Подпишись на этот канал. И там одна единственная ссылочка, которая может тебе пригодиться, как бы, да, там, типа, она в описании, в закрепленном комментарии. Ты можешь мне, как бы, ну, заказать любую реакцию. Прикинь, прикольную, какую тему я придумал. Такого еще не было на YouTube. Вот. И все, собственно говоря, на связи, на снюсе, на инненене, наснился. Гэнг. Бэнг. Увидимся завтра.